Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас долгожданный заказ Иван. Иван, конечно, это капец. Вот он заказик. Сейчас расскажу вам, с какими я трудностями столкнулась при его получении. Вот так тут все валяется, как обычно. Вот. Ладно, давайте смотреть по порядку. Фух, девчонки, у нас жара неимоверная, вообще 32 градуса в тени. Я сейчас ездила за заказом, вообще чуть тепловой удар не получила. Сегодня 7 число. Мой заказ должен был прийти 2 дня назад, в субботу. Я оформляла его в первый день действия каталога. Хотела отредактировать, забыла добавить пакет сюрприз и водичку туалетную, набор Персив Дью. Не дал Вайбербот добавить. Опять как раз именно в этот день был сбой. И когда сбой через 2 дня прошел, уже отредактировать заказ я не могла. Поэтому сделала второй заказ, который должен прийти сегодня 7-го. И на пункте выдачи сказали, что он задержится на 2 дня точно. Короче говоря, я от Эйвен просто в шоке. Вроде сказали, что все наладили, но с поставками какая-то беда. Ладно, поехали смотреть, что у меня в этом заказе. Так что, девчонки, пакет-сюрприз я вам сниму тогда отдельно, когда он придет, надеюсь, через 2 дня, искренне на это надеюсь. Смотрела, какие пакеты идут девчонкам, абсолютно всем разное наполнение, и под одним кодом тоже абсолютно разное наполнение, поэтому даже не отследить. Так, поехали. У меня здесь, конечно, есть новиночки, и есть 2 классных оттенка помады. Будем сейчас все с вами сводить, все смотреть. Так, давайте начнем с того, что у меня заказала моя знакомая не первый раз. Это те продукты, которые я беру тоже. Мицеллярный скраб для лица. Он у нас такой обновленный с розовой этикеткой. Причем она, смотрите, криво на тубе напечатана. Не посередине. Нравится. Пользуюсь на ежедневной основе, утром, как умывалкой. Здорово освежает. Никаких к нему нареканий нет. Частички кожу не травмируют. Придает лицу такой ровный тон, свежесть. В общем, все в нем мне нравится. Беру тоже и буду брать. И знакомая заказала у меня еще вот эту пенку. Тоже уже второй раз. Она у нас тоже обновленная, нутроэффект. Кстати, пенка... Что же с голосом-то? От жары. Пенка очищающая для умывания пришла польская с наклеечкой. Мне еще ни разу польская не приходила. Всегда было по-русски здесь написано. Она действительно матирует. Это идеальный продукт на лето. Это идеальный продукт на любое время года для жирной комбинированной кожи. И для нормальной тоже. И сухую она не пересушит. За одно нажатие выдает большое количество продукта. Идеально очищает, как второй этап после мицеллярной воды. Просто незаменимый продукт. Тоже всегда есть в запасе. Сейчас бутылочки 2, наверное, точно стоят, потому что люблю. Этот продукт вам тоже показывала в прошлом заказе. К сожалению, изнутра эффект серии куда-то пропал тоник. И я безумно огорчена, думаю, как и многие девчонки, потому что он тоже матирует. Это идеальный продукт на лето. Там в составе есть тальк или пудра, который подсушивает слегка жирную кожу, да. Ну, летом это нужно. Девчонки, у кого жирная комбинированная кожа, поймут. Вот я сейчас сбегала за заказом, все, я вся блещу, и дома еще жарко, ну, капец. На замену нашла только вот такой Clear Skin, тоник против черных точек с белой глиной 5 в 1. И девочке своей посоветовала тоже его взять. Сужает пор, сокращает жирный блеск. Да, он очень похоже работает на тоник, которого, к сожалению, нету. Здесь маленький такой объем, тоже есть пудра. Вот сейчас он взболтался, да, стал таким. А так здесь внизу пудра тальк, да. Мы вот так вот взбалтываем, на ватный диск наносим, протираем лицо по мере необходимости. Летний продукт тоже просто летний must have. Дальше, девчонки, у меня гели для душа в заказе. Много что-то у меня на этот раз гели для душа. Так. Первый. Энергия океана. Аромат мяты морской свежести. Тоже девочка у меня заказала. Я думаю, она будет не против, если мы его понюхаем. Но я такой, по-моему, брала. Пахнет мужчиной. Мужчинский гель для душа. Мужской, прям такой, прям брутальным мужчиной. Классно. Классно пахнет. Объем шикарный. Цена великолепная. Тоже она у меня заказала цитрусовый заряд. Сочный грейпфрут и мандарин. Я брала такой, когда он только появился в каталогах. Мне очень нравится аромат. Тоже свеженький. На лето как раз самое оно. С дозатором. Я сначала подумала, девчонки, что с дозатором это удобно, но потом, когда поняла, что нужно мочалку подносить под этот носик, а он коротенький, это не совсем удобно, поэтому я теперь беру гели маленькие, и чтобы они быстро не надоедали.
И для себя я взяла новиночку Алоха Маной. В прошлом каталоге я вам показывала скраб для тела. Он мне очень понравился. Стоит, пользуюсь, осталось уже немного. Мне понравился запах кокосика. Цветок Тиаре я не знаю, как пахнет. А вот кокосик здесь есть с какой-то сладкой ноткой. Но очень нравится, прям очень. Хотя такие средства я больше люблю на зиму, да, но все равно классно. Все равно как-то классно по-летнему, острова и все такое там. Хороший аромат. И полинезийский рай, побережье гибискуса, гибискус и маракуйя. Я люблю маракуйю во всех ее проявлениях, поэтому мимо этой новинки тоже не могла пройти. Сейчас мы с вами попробуем. Ой, не хочет открываться. Ну, маракуйи здесь совсем чуть-чуть, здесь больше сладости и приторности. Девчонки, я... Нет, вот чувствую, да, сейчас разнюхала, чувствую, да, есть маракуйя такая сочная и действительно сладкая. Классно, классно. Пахнет вкусно, но сладковато. Для тех, кто больше любит какие-то ароматы свежести, это не ваша песня, но все равно классный аромат. И, девчонки, столкнулась первый раз я с еще одной неприятностью. Мне не положили, у меня недовложение и в Confidence. Мы заказывали набор, да, был там лосьон, малышка и аромат 30 мл. У меня ее нет. Она стоит под кодом 5, девчонки. Временно отсутствует. Не перезаказывайте, будет автоматически включен один из следующих заказов. Господи, вообще, ну Эйвен в этот раз просто, я, конечно, в шоке, девчонки. В общем, был набор у нас, да, любой Ив, какой-то там зелененький, фиолетовый, желтый. Выбираем три средства, и цена будет очень вкусная. Пришел лосьон, и пришла малышка. Это любимый аромат моей любимой соседки. Она будет, конечно, разочарована, но довложат. Ив аромат классный, ив аромат стойкий. Я не скажу, что шлейфовый, он вот какой есть, такой есть. Он особенно сильно не раскрывается, но он очень вкусный, мне нравится. Я люблю, когда от нее пахнет ив, на самом деле. Себе не беру только из-за того, чтобы мы не ходили с одинаковыми ароматами. В общем, на водичку 30 мл у меня стоит код 5. Весело. Ну ладно, поехали дальше. Девочка попросила у меня средство для волос, для убитых волос. Я посоветовала ей сыворотки эйвенские. Все знают, что они мега крутые. Тоже пришла польская с наклеечкой. Я в прошлом каталоге брала себе такую же. Это у нас, по-моему, сила кератина. Да, сила кератина. Мне очень нравится, девчонки. Я прям на влажные волосы наношу и потом их укладываю. И мои убитые концы как бы оживают. Хотя бы оживают на время, до следующей помывки. Поэтому люблю. Люблю сыворотки Avon. Вообще, это отдельная песня. За 180 рублей по акции можно взять просто великолепный продукт в хорошем объеме, который, ну, мне хватает достаточно надолго. Следующий продукт, который покажу, я вообще что-то не поняла, что у меня тут девчонки в заказе. Ладно, сейчас будем потихоньку разбираться. Это я точно заказывала. Гель для бритья с маслом жожоба. Спрашивала у вас советы. Здесь большой, кстати, объем, 150 мл для тела и ног. Он не запечатанный, приходит вот такого красивого сиреневого цвета. Пахнет свежестью такой прям. Это прям гель-гель. И аромат еле уловимый, не бьет в нос. Мне кажется, классно будет. Свеженький такой, здоровский. Посмотрю, как будет в действии. Потом, девчонки, если что, пост в Инстаграм вам напишу. А, ну вот и начинается. Собственно говоря, ради чего я оформляла заказ, того и нет. Девчонки, я заказала палитру для теней люкс. И знаете, что мне вместо нее положили? Марк. Какую-то хрень. Это тональный матирующий крем-мусс. Нахрена он мне нужен, я не понимаю. Блин, это вообще, конечно, трындец, девчонки. Это просто трындец. Я понятия не имею, как оформлять вот это вот, как это называется, пересортицу. Не имею понятия никакого. И что, надо будет весь заказ отправлять, что ли, получается, обратно в Avon? Это вообще капец. Это просто капец, девчонки. Так меня Avon еще не выбешивал никогда. Зачем мне вот это вот чудо? Я ума не приложу, вообще тональными средствами пользуюсь раз в год. Да. Дальше, девчонки, из новой брошюры, которая пропала, наверное, через 2 дня с сайта Avon. Я заказала тин-желе для губ и щек джели, если кто успел ее увидеть, да, в интернете. Потом она пропала. Стоит под кодом 5. Это значит, временно отсутствует, будет автоматически вложено. Надеюсь, что в этом хотя бы году. Еще у меня девочка заказала вот такую туалетную воду. Это у нас моноароматы, да. И здесь, по-моему, с пионом. С пионом вот эта водичка.
Она приходит не зафольгированной, я не буду ее открывать, да, вы, наверное, все их видели. Интересно, как пахнет, потом спрошу у нее. Приз-сюрприз. Он-то пришел, да. Это Aroma Spa сладкие сны, спрей для тела. Вот так он выглядит. Он, по-моему, шел как первый приз-сюрприз всем. Сейчас понюхаем. Господи, опять спиртяга. Ну, спрей для тела же, ё-моё. Ладно, я сейчас распшикаю и так оценю. Девчонки писали, что рвотный прям запах в группе ВКонтакте. Ну, нет, вы знаете, для меня не рвотный. Очень даже интересный, когда выветривается спиртик. Мне нравится, как пахнет. Такой какой-то прям, как шлейфовый аромат. Слушайте, он раскрывается так интересно. Поначалу вообще другой был, сейчас еще какой-то другой. Нет, мне нравится, мне определенно нравится. Ладно, буду пользоваться этим спреем. Блин, как я хотела палитру теней. Там все мои любимые оттенки были. Давно на нее смотрю, девчонки, вообще капец. Сейчас, конечно, почитаю, как оформлять вот эту пересортицу. Если нужно будет отправлять весь заказ, я, конечно, не буду отправлять. Закажу эту палитру потом. Подарю кому-нибудь этот мусс. Мне он даром не нужен. Что мне вложили еще, девчонки? BB-крем. Сияние Nutra Effect. Мы с вами тестили уже с розовой надписью, да, тоже там, по-моему, BB-крем был. Или зеленый Nutra Effect, да. Мне не понравился. Хотя он вроде как подстраивается потом, да, сейчас я выдавлю чуть-чуть, и мы с вами посмотрим, что он из себя представляет. Он вообще не выдавливается, он тут есть? Есть чуть-чуть. Вот такой, девчонки, цвет. Я сейчас по руке разнесу и покажу вам поближе. Он рыжит. Я не знаю, он, в принципе, может быть, тоже подстраивается, но он рыжит. Рыжит сильно. И розовит. Вот, девчонки, как этот оттенок выглядит на руке. Цвет вообще какой-то. Сейчас разнесу, попробую. Не знаю, у меня он кожу делает розовый. Какой-то рыже-розовый. Некрасивый вообще оттенок. Ну и пока не подстраивается. Сейчас в конце видео посмотрим. При естественном освещении, девчонки, снимаю. Смотрите. Все с этим Эйвоном не так. Ладно, давайте тестить помадки. У меня в заказе две помадки. Губная помада Легенда Wanted, знойный коралловый. Давайте с нее и начнем. Хотя нет, девчонки, она у нас яркая, поэтому начнем с нюдовой. Нюдовая, а я вам уже показывала ее в пробнике. Кто не видел видео, где я делала сводчи на новую помаду Легенда, проходите, там есть все ее оттенки. А вторая помада, это у меня... помада «Матовое превосходство». Pink Pure. Я брала ее в пробнике, и мне очень понравилось, как она смотрится на губах. Значит, код помады «Матовое превосходство», сразу скажу, 25308, а губная помада «Легенда Wanted» 132-93-87. Она у меня тоже есть, по-моему, в пробнике или нет. В общем, сейчас будем пробовать. Вот как выглядит помадка «Матовое превосходство». Она в матовом таком флакончике. Вот как выглядит стик. Он на самом деле более бежевый. Сейчас вы это увидите. Покажу вам сводч. Ну, это такой, знаете, достаточно яркий нюд. Я думала, она будет бледнее. Как-то, мне кажется, в пробнике она у меня была побледнее. Камера передняя у меня розовит. Сейчас покажу вам достоверный сводчик. Но все равно красивый оттенок. Такой достаточно сочный нюд, я бы сказала. Вот как выглядит сводч. Такой достаточно красивый, сочный, свеженький, освежающий нюд. И вот как выглядит в стике сама помадка. Вот так вот, да. От окошка вам снимаю, чтобы передать цвет. Так что она не такая розовая, как кажется на камеру. Вот сейчас это достоверный ее оттенок. Вот такая она на самом деле. Ну и теперь следующий оттенок, девчонки. Там у нас прям должен быть вырви глаз. Что-то в последнее время я опять возвращаюсь к ярким губам. Помадка красивая. Я не брала еще полноразмерку. Вот как она выглядит. Прям такая переливается здесь. У нас как рубинчик. Wanted. Ну что, поехали. Ох, какая красота. Вообще. Она уходит в ягодный. Такой
такой сочный-сочный ягодный, да? Вот так вот это, если бледненько. Это матовая помада. Вот такая вот яркая. Но опять камера. Нет, хотя почти правильно сейчас передает оттеночек. Такой яркий, ядреный. Ну, красиво. Мне сейчас нравится на лето под какой-нибудь такой красивый сарафанчик. Смотрится очень неплохо. Давайте сделаем с вами свотч. Вот так выглядит свотчик. Вот такая она яркая по сравнению, да, с предыдущим оттенком. Красивая, сочная. Так, и вот как выглядит помада в стике. Вот такой вот яркий оттеночек. Про тональный крем, девчонки, он не подстроился, по крайней мере, на руке. И он действительно розовит. Он розовит. И я боюсь даже представить, как он будет смотреться на лице. Какой-то такой прям неприятно розовый поросячий цвет, еще с каким-то рыжим подтоном, но больше розовый. Если вот есть желтый BB-крем у Avon, они любят так делать, да, то это какой-то поросячий розовый. Поэтому не советую брать вам эту гадость. Вот эту вот. Не надо. Ну, сейчас всем, наверное, этот пробник положат. Все, кто заказ сделает, все его посмотрят. По поводу аромата сладкие сны, здесь есть какая-то шипровая нотка мужская. Я не очень люблю, но именно в этом аромате, в принципе, прикольно. Интересный. Из того, что у меня было, ни на что не похоже. Вот он, когда выветривается, прям такой вот интересный становится. Мне кажется, он будет стойкий. И через день на кожу будет держаться точно. Пришел 10-й фокус, 10-й аутлет, 11-й каталог. Сроки у нас новые, да, на сайте и ВКонтакте есть информация по поводу сроков. Сказать, что мне заказ понравился, нет, я не скажу, потому что я разочарована крайне вообще. Во-первых, вы у меня уже 3 дня спрашиваете, где заказ, он опоздал. Во-вторых, вместо моей палитры теней люкс мне положили вот эту гадость, а палитра теней люкс стоит, извините, на минуточку, 700 рублей. Я не думаю, что марка стоит так же, хотя, кто его знает, 615 рублей она стоит, да. Я не знаю, что буду делать, сейчас девчонки подумаю. В общем, я заказом крайне недовольна, разочарована. И недовложение, и под кодом 5-2 продукта. В общем, не знаю, прям Avon раздражает просто в последнее время, если честно. Если вы не наладили свою систему, то тогда не отправляйте людям заказ. Вот эти пересортятся, это вообще, я не знаю, ну это недопустимо. В общем, так, девчонки, если видео вам понравилось и было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я прощаюсь с вами до следующих видео. Всем пока-пока.